привет! Сегодня я буду собирать Эйфелеву башню. Для этого мне понадобятся модули белого цвета, размер 32 часть от листика А4. Начало будет у нас таким. Острым носиком, первый ряд у нас острым носиком 5 модулей на себя. Скрепляем тупым носиком. Первый ряд 5 модулей, второй ряд 4 модуля мы закрепили 4 модулями. Третий ряд будет таким. Тоже тупым носиком надеваем 5 модулей, захватывая вот этот вот краешек тоже. Это третий ряд. Четвертый ряд. Берем один модуль и с левой стороны нашей поделки надеваем модуль на 3, то есть один модуль в один кармашек, один модуль полностью вдеваем в один кармашек, а во второй кармашек другой краешек модуля. Так. И продолжаем насаживать. В итоге получается 4 модуля. И краешек один свободный остается. Следующий ряд у нас 5. Тоже надеваем 4 модуля. Там, где мы надевали на 3 краешка один модуль, здесь делаем точно так же. С левой стороны у нас тоже один модуль. Насаживаем на 3 краешка. Таким образом. Дальше продолжаем ряд. 4 модуля получается. И здесь захватываем этот краешек мы. Вот, что должно получиться. Дальше, 6-й ряд. Тоже 4 модуля. С этой же левой стороны таким же образом надеваем модуль на 3 краешка. Ой, не той стороной. Так. 3. И 4-й модуль мы надеваем одним кармашком на краешек. Один кармашек свободный у нас. 7-й ряд. Та же самая история. Точно так же мы насаживаем сюда один модуль, захватывая, чтобы было в одном кармашке целый модуль наш. И сюда надеваем модуль, чтобы был один кармашек тоже свободный. Так. 8-й ряд. Такой же у нас, как и 6-й. И 9-й ряд точно такой же. Одна сторона нашей арки готова. Сейчас нужно будет сделать в такую же сторону, только вот эти толстые модули будут с правой стороны. Итак. Так же самое, 5 модулей, первый ряд, острым носиком, закрепляем их тупым носиком, второй ряд, четвертый ряд, 4 модуля тоже, с правой стороны, так, там у нас было с левой стороны, мы в один модуль, полтора модуля как бы входит у нас. И продолжаем. В 4-м ряду здесь свободный один краешек. Дальше также продолжаем, только краешек этот нужно будет спрятать в модуль, в кармашек как бы. Так, 5-й ряд.
шестой ряд также надеваем один модуль на полтора модуля. Два, три. И четвертый модуль мы надеваем, чтобы один кармашек был свободным. Так. Седьмой ряд. Таким же образом. С седьмого по девятый ряд. Таким же образом все. Вот. Получились у нас две такие вот части. Вот. Теперь их нужно каким-то образом соединить. Каким-то образом. В общем, дальше мы делаем вот что. С этой стороны вдеваем вот в этот наш свободный кармашек еще модуль. Ставим рядом, прислоняем еще один модуль и закрепляем сверху. И закрепляем сверху модулем таким вот образом. Со второй частью то же самое мы делаем, два модуля еще сюда как бы наращиваем, вставляем в кармашек свободный, рядышком еще один модуль и их скрепляем. Так. Теперь здесь нам нужно тоже их, эти поделки, скрепить модулем. Там остаются два свободных краешка, мы их скрепляем. Должно получиться вот так вот. Дальше мы наращиваем вверх поделку. Также насаживаем сюда модуль таким вот образом. Вот. И продолжаем скреплять все модули, и в конце то же самое мы скрепляем три краешка вместе. Получается 10 модулей. Раз, два. Сверху еще три ряда нужно будет сделать. Точно таких же. Точно таких же три ряда. Постоянно уменьшая. Тут 10 модулей. Сейчас будет 9 модулей. Девять. 8 и 7. Итак, последний ряд у нас из 7 модулей. Их мы надеваем острым носиком наружу, оставляя первый краешек свободным. Вот этот первый краешек у нас свободный. Надеваем на два остальных острым носиком наружу. Итак, нам таких частей, вот таких вот частей, нужно сделать 4 штуки. Одна у меня уже готова, и еще нужно 3 штучки. Потом их нужно будет склеить под прямым углом друг к другу. Вот я сделала таких 4 детали. Вот они, 4 детальки. Теперь их нужно будет склеить по отношению друг к другу под прямым углом. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом нужно будет их склеить. И дальше будем потом наращивать нашу поделку вверх. Тогда, когда уже все это склеится. Итак, наши детальки все склеились. Теперь начнем возводить среднюю часть с прямоугольной аркой. Буду показывать на одной стороне, потом
все три остальные стенки нужно будет возводить одновременно, ряд за рядом, чтобы было все ровно и симметрично. Начнем. Теперь все модули, средняя арка будет у нас длинной стороной на себя, в общем. Надеваем два модуля по краям. Два модуля с одного краю. И с другого края два модуля, оставляя по одному краешку свободными. Так. Вот, посередине будет начинаться у нас прямоугольная арка. Следующий ряд. Тоже два модуля. Захватываем который оставался у нас модуль свободный, краешек модуля, мы его захватываем. Два модуля надеваем. С другой стороны также захватываем этот краешек, надеваем два модуля. Так, следующий ряд опять два модуля, оставляя один краешек свободным. Два модуля надеваем с одной стороны и с другой также, оставляя один кончик свободным, один краешек. Четвертый ряд повторяет наш второй ряд. Захватываем этот верхний крайний уголочек. Здесь также самое. Захватываем его. Пятый ряд. Повторение первого ряда. Оставляем свободным один краешек, надеваем также с двух сторон. Так. И восьмой ряд нашей средней части мы заканчиваем таким образом. Захватываем уголочек, это первый модуль, второй модуль, потом мы надеваем один модуль и один кармашек свободный у нас. С другой стороны мы делаем точно так же, надеваем один модуль свободным краешком и добавляем сюда, держим модуль. Соединить нам, в общем, нужно эти две стороны. Закрепляем дальше. Держим, закрепляем. И также с этой стороны два модуля добавляем. Можно еще добавить один модуль, немножко не сходится. И теми модулями, которыми мы скрепляли, мы просто этот ряд добавляем еще модулей. Но только нужно нам захватить вот здесь три стороны нашего модуля. Здесь добавляем модуль.
И здесь остается 3 стороны модуля, и мы их прячем тоже в кармашке вот сюда. Должна получиться вот такая вот средняя часть с аркой. 10-й ряд средней части нужно убавить нам немножко модулей. Десять. Нам нужно, чтобы было здесь 9 модулей. Тоже 3 кончика. На 3 мы надеваем 1 модуль. Ну и так далее. И с другой стороны тоже надеваем на 3 кончика модуля. И так дальше. Уменьшаем модули. То есть тут у нас уже 9 модулей. Нужно будет 8, 7 и так далее. Не 8, короче, 8 и 7. До 7 модулей нам нужно уменьшить. И таким же образом сделать еще 3 стеночки. Таким же образом нужно сделать еще 3 стенки. Но возводить нужно будет одновременно. Итак, средняя часть готова. Вот так это выглядит. Начнем собирать верхнюю часть. Тоже лучше собирать все одновременно. Надеваем 4 модуля острым носиком на себя, оставляя один краешек, вот этот первый, свободным. Второй ряд верхней части надеваем 5 модулей, захватывая наш краешек, который оставался. Третий ряд верхней части 4 модуля, оставляя краешек свободным. Четвертый ряд 5 модулей, захватываем краешек свободный. Пятый ряд тоже 4 модуля, оставляя один краешек свободным. Шестой ряд 5 модулей, и седьмой ряд надеваем 4 модуля, захватывая 3 уголочка, 3 крайних уголочка. Итак, следующий 8-й ряд состоит из 3 модулей. Надеваем 3 модуля, оставляем один краешек свободным. Девятый ряд 4 модуля. Этот краешек свободный захватываем. Десятый ряд опять 3 модуля. Следующий 11-й ряд 4 модуля. Опять 3 модуля. Четыре. Теперь 3 модуля и крайний уголочек тоже захватываем. 3 уголочка получается в один модуль. Всего их 3. Далее 2 модуля, краешек один свободный, 3 модуля,
Опять 2. Три модуля. Итак, теперь опять 2 модуля и третий уголочек, короче, 3 уголочка в один модуль. И поверх еще 2 модуля. Таким же образом делаем все остальные 3 части. Вот так должно получиться башня. Верхушку скрепляем мы следующим образом. Знаешь, что видно? Это уже не видно. Значит, берем модуль. По размеру больше немножко. Эти у меня модули на 32 размер. Берем на 16 и между собой просто скрепляем 2 рядами по кругу. Верхушечку сужаем к центру. И сверху в виде антенки вставляем маленькие модули. Таким вот образом. Таким вот образом. Наша башня готова. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарии. Всем пока!